Добрый день, дорогие партнеры. Сейчас я вас научу, как ставить свою партнерскую ссылку из eAutoPay вот на эту страничку. Как вы видите, страничка устроена очень интересно. Если человек нажимает на слово «Да, я хочу», то его перебрасывает вниз. Но любую кнопку, если он нажмет «Да, я хочу», его перебрасывает вниз. Но на самом деле, что вам требуется? Вам надо только вот на эту кнопку поставить свою партнерскую ссылку на eAutoPay. Больше ничего менять не надо, потому что на вот этой кнопке стоит общая ссылка, потому что здесь это для VIP-ов 300 рублей. А вот с этой 1000 рублей вы получите, если по вашей ссылочке кто-то придет, 300 рублей каждый. Итак, приступим. Вы заходите в InVIP. Заходите in Page Cloud подробнее. Ну, находите свой, к примеру, ну, какой-то конструктор. Ну, давайте вот сюда зайдем, войти в конструктор. Нам не важно, что здесь есть. Мы нажимаем «Восстановить». Нажимаем «Восстановить», ищем тот файл, который вам дали в письме. Сейчас я его найду. Так, вот он. И загружаем его. Загрузить текущую копию. И вот у вас появилась эта страничка. Вам ничего здесь трогать не надо. Идете в самый низ. В самый низ. И только вот на этой ссылочке, вот на этой кнопке, да, выделите ее. И здесь вы ставите свою ссылочку партнерскую, которую вы возьмете в Автопэй. Я же поставлю, конечно, клубовскую, альт-клубовскую ссылку и выбираю в новом окне «Окей». И вам больше ничего не надо делать. После того, как вы поставили ссылку свою вот сюда, вам ваша страничка после публикации будет уже работать следующим образом. Смотрите. Если вы нажимаете на какую-то из ссылок, она будет вас перебрасывать вниз. Вот, «Да, я хочу» будет перебрасываться вниз. Это для VIP-ов, это для тех, кто придет по вашей ссылке. Все, собственно. Задача очень простая.